Десятки погонных метров газона, площадки для уютных скамеек и цветников, уличные фонари на краю дорожек. Театральный сквер в Щелкове приобретает новые и ранее невиданные очертания. Вот так сейчас выглядит театральный сквер Щелковского театра на пересечении улиц Краснознаменская и Фабричная. Центральная дорожка шириной около 10 метров выложена из мозаичной плитки. Видны и первые элементы доминанты сквера – белая рама, которая символизирует портал «Бесконечный мир» театра. Плотная сеть электрических кабелей, проложенных под землей, будет использована для питания декоративной подсветки деревьев, кустарников, малых архитектурных форм. Такой же прием используется для подсветки улицы Пушкина. По периметру сквера выложена тротуарная светло-желтая плитка. Она придает территории большую праздничность. Из серого кирпича выложены пересекающиеся дорожки. Коллективы театрально-концертного центра, ансамбль народной песни «Распева», Щелковский духовой оркестр широко практикуют выступления на открытой сцене. С появлением в сквере амфитеатра репертуар разнообразит и служители мельпомены. Под конструкцией будущей сцены строители залили фундамент. Чтобы в сквере было интересно всем, проектировщики предусмотрели арт-объекты, качели. Значительно расширена территория под парковку. Это преимущество оценят те, кто будет приезжать в театр на машине. Благоустраивается не только территория перед входом в театр, но и пустырь между ним и ледовой ареной. Небольшой, но уютный сквер с лавочками, дорожками, искусственной подсветкой сегодня практически сформирован. Существующая спортплощадка для ГТО послужит полезным дополнением, удобное место для разминки перед выходом на лед. Как и было объявлено ранее, открытие театрального сквера состоится в четвертом квартале этого года. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.